Всем привет! И мы продолжаем рассказывать о наших пылесосах. Героем этого ролика будет простой, эффективный маневренный пылесос Typhoon Aqua 3 в 1. Мы покажем, какими функциями обладает и как собирать данный пылесос. Соединяем моторный отсек. Вытаскиваем наружу корпус водяного фильтра. Для максимальной эффективности воду следует залить до верхней границы текста, как указано на видео. Благодаря системе фильтрации DWS, аквафильтр полностью перемешивает и растворяет пыль в воде. Красивый темный бак, где не видно грязной воды. Далее собираем пылесос. Соединяем моторный отсек. И защелкиваем фиксаторы. Соединяем гелевый шланг. Присоединяем телескопическую трубку. Регулируем ее по высоте, чтобы было удобно убирать. Для сухой уборки с аквафильтром используем универсальную насадку полковер. Также в комплектацию входит щелевая насадка и мебельная насадка. Также в хозяйстве пригодится функция сбора жидкости благодаря объемному баку 10 литров. При функции сбор жидкости обязательно отсоединяем аквафильтр. Аккуратно отсоединяем. Далее готовим пылесос для сбора жидкости. Обратите внимание, как установлен корпус водяного фильтра. Устанавливаем моторный отсек на бак для сбора жидкости и закрываем защелки бака. Данную насадку можно использовать для сбора воды при мытье мягкой мебели вручную. А также можно собирать воду в случае таких неприятных моментов, как затопление. А также у этой модели есть возможность выбора сбор мусора в мешок. Устанавливаем бумажный мешок пылесосу, как показано на видео. А также в комплектацию входит, помимо одноразового бумажного мешка, корзинный защитный фильтр. Благодаря объемному баку можно собирать практически любой хозяйственный мусор. Данная опция прекрасно подойдет для уборки гаража, салона автомобиля, мастерской, саду и так далее.